Вот уже 7 лет военно-транспортный факультет Гомельского университета готовит кадровых офицеров для Департамента транспортного обеспечения белорусской армии. Направления самые разнообразные. От создания и восстановления железнодорожных путей до организации перевозок по рельсам, дорогам и воздушным трассам. Факультету переданы образцы всех основных видов техники, стоящие на вооружении транспортных войск. Я обучался на специальности восстановления железнодорожного пути. То есть в будущем довольно-таки специальность востребована, даже в тех же самых транспортных войсках. В основном у нас занимаются строительством железных дорог наши войска, поэтому специальность более такая перспективная. Все, чему обучают здесь, пользуется повышенным спросом. Ежегодно на факультет набирают 30 человек. Самая насыщенная программа обучения на третьем курсе. В этот период курсанты штурмуют учебно-полевой центр. Изначально полигон предназначался для отработки учебных вопросов, практических учебных вопросов, только в теплое и межсезонное время. В настоящий момент уже факультет отрабатывает, спланировано и отрабатывает это круглогодично. Нестандартный подход к учебному процессу вдохновляет на творчество и преподавателей, и курсантов. 2 года назад дипломник Сергей Акулов разработал обучающую программу «Радиостанция». Это электронный тренажер для обучения работе с техникой. Интересный проект нашел применение в университете. Многие образцы, созданные с участием специалистов вуза, широко используются в транспортных войсках. На базе автомобиля МАЗ создан тягач на комбинированном ходу, способный передвигаться не только по автомобильным, но и по железным дорогам. Создан автопоезд для подвоза понтонов для наводки на плавных мостов. Энергия, позитивный настрой, креативное мышление. С такими качествами молодые таланты не ограничиваются только учебой. С завидным постоянством транспортники покоряют спортивный олимп. Одна из последних побед принадлежит Владимиру Черкашину. Курсант стал чемпионом Беларуси по гиревому спорту. Дорогие друзья, не будем расстраиваться из-за того, что мы закончили этот замечательный университет. Давайте сегодня радоваться тому, что мы еще можем собраться вместе! А еще они отлично играют, поют и шутят, заряжая всех хорошим настроением. Выступление курсантов – украшение любого концерта, как в университете, так и в городе. Если у нас нужно в городе провести какое-то мероприятие, то город знает, для этого надо обратиться в Белгуд на военно-транспортный факультет. Потому что военно-транспортный факультет – это сплоченность, это сила, это преданность тому делу. Еще один такой плюс студентам нашего военно-транспортного факультета. Очень дисциплинированный, ответственный. Но, видимо, специфика военного факультета все-таки сказывается. Учащиеся и преподаватели военно-транспортного факультета убеждены – талантливый курсант, талантлив во всем. Уверенность и оптимизм присущи только тем, кто верит в свои силы. А значит, способен выполнять самые сложные задачи и побеждать на всех направлениях.